Ну что ж, дорогие друзья, давайте поприветствуем наши команды. Команда «Металлург» на «Металлург»! И команда «Леска» на «Матрец». Сыщев Антон, тренер по работе с вратарями Герасим Максим,
тренер команды Ильин Павел, администратор команды Пименов Игорь. Команда Носта Новотроицк играет в форме красные майки, красные гетры. Судейский состав матча. Главный судья Катайкин Артем, Самара. Первый помощник Шарипов Эдуард, Уфа. Второй помощник Сарманов Данил, Уфа. Резервный судья Асланов Азамат, Магнитогорск. Инспектор матча Рассказов Евгений Алексеевич, город Курган. Yeah.
Надо везде иметь разговорные места. Я говорю,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
вступил номер 22 Чернышов Егор. Thank you.
Яркин Артем. Счет 1-0 в пользу команды «Носта Новотроиц». Вынести нужно. Давай! Давай!
Thank you.
команды местного труд Жабил номер 11, Малышев Илья. Thank you.
Васильева Эрика, в игру вступает номер 7, Семенов Анатолий. Thank you.
команда команды «Металлург» Магнитогорск забил номер 23, Донцов Иван. Yeah.
Змеиногорск, замена. Вместо номера 8 Баклана Вячеслава в игру вступает номер 92 Шестопалов Артем. Как не было, я стоял, я не был.
23-го Донского Ивана в игру вступает номер 28-й Кузнецов Сергей. Объявлено дополнительное время 3 минуты. Там 78, еще 12 минут. Спасибо.